Так что сегодня мы будем готовить пасту. Но я думаю, будем готовить сегодня не только пасту, а, наверное, даже еще блины, потому что, вот, мне кажется, пасты будет недостаточно. Короче, сейчас будем готовить пасту. Но сначала надо помыть посуду. Да, у меня, короче, сковородку надо помыть для пасты. Привет, енотик, привет, белоснежик. Привет, ребят. Да, сегодня будем готовить пасту карбонару. Вот, короче, просили меня сделать.